тороплюсь. У меня срочное задание, позже позвоню. Пока. Виолетта Трофимовна. Здравствуйте. Мне сказали, что вы заняты, не будете со мной разговаривать. Но мне сегодня же нужно создать ваш творческий портрет из серии «Мастера искусства». А нельзя как-нибудь другой раз? Ну, завтра после спектакля, ну, потом как-нибудь. Нет, я не могу завтра. И потом, как говорят журналисты, в газете не бывает завтра. В газете бывает только сейчас. А вот какой газет? А я еще нет газеты. Я еще только учусь. Это моя курсовая работа. Но если ваш творческий портрет получится, его обязательно где-нибудь опубликую. Я про вас теперь все-все знаю. Мы находимся в Академическом театре имени Станиславского Немировича Данченко, в артистической уборной известной балерины, народной артистки Виолетты Трофимовны Бок. Здравствуйте, Виолетта Трофимовна. Вы как? Здравствуйте. Виолетта Трофимовна, вы известны как артистка большого романтического темперамента. В этом отношении особенно показательно ваше исполнение партии Доны Анны в балете «Дон Жуан». Основываясь на известной маленькой трагедии Александра Сергеевича Пушкина, вы создали глубоко интересную, проникновенную роль. Это одна из самых ваших любимых ролей. Вы согласны? А если я скажу не согласна? А зачем? Виолетта Трофимовна, ну зачем вам не быть согласны? Я же ничего не выдумала, я все взяла из рецензии. Вот видите, сколько я забрала материала? Вообще много материала, вот видите, видите? Вот, Аргентина, Рио-де-Жанейро. Это самый совершенный балет, восхитительно бесподобный. Ну что мне делать? Говорить я с ней не могу. Не говорить тоже нельзя. Обидеться. Вон сколько рецензий собрала. А разве объяснишь танец словами? Его нужно видеть. Дон Жуан. Обычно всех волнует похождение Дон Жуана. А наш балет... А Донне Анне. Сколько нужно сил, мужества в те времена порвать со всеми условностями, любить.